Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я наконец-то начинаю новый сезон прохождения истории Клементины. Честно говоря, прошло достаточно много времени с момента прохождения прошлого сезона. Но одно я помню точно. Мы разошлись с Кенни возле Веллингтона. Он утопал в неизвестном направлении, а мы с ребенком остались в городе. Что ж, не терпится уже начать. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. Это не то. Так... Да, наверное, сразу начать. Настройки я уже настроил, звук, если что, подстрою. Эпизоды. Выберите способ начать свою историю. Можно начать как новую, а можно продолжить историю из сезонов 1 и 2. Конечно же, продолжим. Я же для этого проходил. Так, воссоздать историю, либо продолжить историю. Клем находится в Лентоне с Эй-Джеем. Да, все верно. Импортируем это. Эй-Джей, Кенни и Клем отправились в Веллингтон, где Клем узнала, что Кенни не впустят. Клем сквозь слезы распрощалась с Кенни. Блин, бродяга, ну мы же встретимся по-любому. Эх, давай начнем историю. Воу. Новая менюшка. Ух ты, газелька. Прикольная. Так, наверное, не буду забегать вперед. О, это что, Иисус? В натуре Иисус. Не тот Иисус. Это Иисус из комиксов. Прикольно. Ладно, просто не буду бежать вперед. Давайте узнаем, что случилось с Клементиной и с Эй-Джеем. И чего, собственно, начнется эта игра. Неразрывные узы, часть первая. Пути Хавьера и его семьи случайно пересекаются с враждебно настроенной группой. И простое недопонимание перерастает в неуправляемую стычку. Интересно. Но мы же будем играть за Клементину, правильно? Поехали. Настройте яркость. А я думаю, так и оставить. Ну что, ключевое значение в этой серии игр имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Кайф. Давно я ждал этого. Кто там? Алло. Hey. It's time. Get over here. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit, okay? I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but... You need to fucking be here when he goes. Интересно, кто это? I know. All right, I'm just on my way. Так, звук надо немножко потише. Или оставить? Нет, наверное, оставлю. Там субтитры можно побольше сделать. Что я хочу сделать? Дэвид! Это Дэвид, эй! Все-таки сделал побольше. О-о-о. Просто огромные субтитры. Ладно. He's dead. Кто? А, отец. No, no, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time, just the one goddamn time that you needed to be here. Я пытался добраться до сюда. Мне все-таки субтитры надо будет прибрать. Please, I tried. Oh, you tried. You fucking tried? Воу. Ни хрена себе. Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there. Right beside him, holding his hand, like a good son. And he doesn't even see me. Сына. He doesn't even see me because he's looking for you. Между собой они ссорились всегда. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to ну make давай, sacrifices? Well, go on then. Hit me. All right, if it makes you feel better. I deserve it. So you go ahead. Yeah, I intend to. Uncle Javi? Why are you fighting? Ну, ты еще до событий, видимо. I could hear you from inside. What's going on? Ничего. We were just, talking, Gabriel. Короче, right. Я ставлю большие субтитры. Пусть your uncle and I are just having a little chat. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Gabe. Go on. It's okay. Так, вот ты какой, Гейб Ньюэлл.
Давайте, парни, расскажите мне свою историю. И как вы связаны с Клементиной? Ну, ты ж брат, давай возьмем. Чтоб не случилось, мы ж братья, да? Братишка, брат, братан. I should call someone. Pick up the body. Yeah. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on. Я знаю. Ну, наверное. Просто интересно, как они связаны с историей Клементины? You think I was jealous of you? Блин, покажите мне уже, что будет дальше. Think anything. Well, I was. For a long time. Как показала практика, истории других людей менее интересны, чем история Клементины. Хотя это если предыстория, то давайте послушаем. You can't run from this. Not anymore. Попытайся быть вежливее. Fine. But goddamn, are you still one raging asshole? You know that? You can call me whatever you want. As long as you're here to do it to my face. Заботливый ты, братишка. Это кто? I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Жена брата. Let's go inside. Your mom needs you. Ну, пойдем. What happened? Come on. Пойдем. Кейт. Кейт? По-моему, Кейт. А это Дэвид. Блин, не помню. Пока не буду запоминать. Я не знаю, кто из вас доживет до событий с ходячими. Это, видимо, мама. Мама. Ах ты. Where were you? Козел. I tried. I'm so sorry. Интересно. He's gone, Михо. He's gone. He's in a better place, Mama. Not long. Uncle Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. Да, видимо, Дэвид. Telltale presents. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Выйти, как их пендехо. Я не помню, как они. Латиносы. Инассоциацион виз. Блин, не успел. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Воу. А вот и началось. The Walking Dead, A New Frontier. Или Frontier. Хрен его знает. Блин, вот эта завязочка прям. Огонь. Девочка, не ходи туда. Ты не знаешь, что его ждет. В натуре. Это Telltale Story. Блин, не успеваю. Все, ребята. Началось. Эй. Рафа, как это возможно? Братец, ты долго жить не будешь. Воу. Давайте быстрее, ребята. Капец. Папа, кальмате, сой я, Дави. Estás en tu casa, ¿Qué estás cálmate. Haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mamá,
Походу, он ее сейчас укусит. Капец, блин, ребята. Охренеть. Вы еще не знаете. Капец. Жесткач. Сейчас они еще будут винить его в убийстве отца. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabrielle, where's your sister? Какая у нее еще сестра есть? Капец. Keys. Where are the fucking keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Так, остались старший брат, младший брат, жена брата того, Дэвида. Мама, две сестренки маленьких. Капец, вы же, ребята, не выживете. Жесть, я ж знаю об этом. А, я ничего сделать не могу. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Миха. Марьяна! From the stars. Марьяна, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey, we have to go. No, no, no! Опять дети, опять девочки, опять защищать. No! No! It's okay, no! It's okay. County General Hospital. I know the way. Так, подожди, а кто поехал с ней? А, видимо, Дэвид. Капец, его тоже укусили, охренеть! Блин, друг. Вы начинаете понимать или... Жесть, вот завязка. Оу. Похоже, это настоящий момент. Да, это уже спустя хрен знает сколько лет. Эй, ты мне тут не подвисай. Так, она жива. Фух, сколько их тут. Никогда не видел их так много. I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah, not a great sign. Блин. Подвисает. Damn it, I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on, we should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Так, значит, остались вы и дети. Там еще один был. А, его же укусили. Точно, блин. Я, кстати, от лагов избавился. Вы не заметили? Для меня прошло 15 минут. А для вас ничего. Нифига себе, сковородки. Музыка. Стадо. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Makes it feel like we're in control. Поедем дальше. We keep moving. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Мне кажется, это самое умное решение. The van isn't so bad. Пока стадо рядом. We'll figure it out. We always do. Hey, блин. I'm gonna sneak a smoke. Эй, I can't believe you found weed. А, понятно. Так это кто? Это его девушка или девушка его брата? Интересно. Не, подруга, думаешь, нам стоит сейчас курить? Мне кажется, это нехорошая идея. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Ничего, что вы детей накурите. Вообще не паришься. Да хрен знает. Согласиться нет? Согласиться нет? Ну давай. Yeah. Okay, sure. Давай, главный герой. Покажи класс. We are setting an awesome example. Подай пример. Моим зрителям. Don't judge me. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. Значит, все-таки ты жена Дэвида. I reminded him that I'm not exactly stepmother material.
А, то есть у тебя детей не было? Case in point. It was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Куда же вы, ребята, направляетесь? Or at least he'd hoped that being around the kids more would change me, you know? I suppose it did. Думаю, ты отлично справляешься. If it helps, I think you're doing a fine job. Yeah, it'd really help your case if you weren't waving a joint around while you said that. What? How is this not a ringing endorsement? I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Oof. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... Ugh, I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. Марихуана? I'm joking. Шутница. Значит, Дэвида больше нет. Obviously. Это просто период такой. Gabe's been emotional lately. I'm sure he's just, you know, going through a phase. Он же этот, подросток. Emotional? Right. That's cute. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. He's a teenager. Puberty, hormones. Oh yeah, the second you start getting boners, the whole world starts to get dark. Игра с каждым сезоном становится более прямой. Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Christ. А бросайте, ребята. I need to get laid. Только хотел сказать. I realize that was an awkward transition. Sorry about that. Давайте приколем. Хочешь остановиться? I could pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. What's that smell? That's gross. Мы сбили Гарри с кунса. Ну давай. Hey, мы сбили с кунса. Mariano, I think we must have hit a skunk or something back there. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Oh my god. You're even smoking. Я был против пару. All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. Так. We're about to make a supply stop. Блин, ну судя по возрасту этих ребят, детей, я имею в виду, прошло достаточно много. Года 3-4 с начала событий. Я думал, что это девочка, когда он был в том доме. Ну, я про пацана. Думал, что это две сестры. Уже кого-то сбивали. Крутой у вас фургон. Когда мне покажут уже Клементину? Я соскучился. Я ее воспитывал, а не этих двух хочу. Воспитывать не хочу, короче, их. Хочу Клементиной поиграть. О, девяточка стоит наша. Да не, в натуре похоже. Что с ней? Она молится. Хочешь побыть одна? You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana, not want. Really need a candy bar. Ну вообще все. Pretty much everything. If it looks useful, вперло, что ли, let's на сладенькое потянуло. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Окей. О. Парень, у тебя что-то в зубах застряло. О, давно я не дрался. Дай мне монтировку. А боевочка как в игре про мишон. Я уже привыкнул. Давай. Ни хрена себе. Силен. Hey, where are you going? Ну, парень малость. Самостоятельный. Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that.
I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. It doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us. But we're stuck with him, so... At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. То есть ты все слышала? I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. Это нечестно. You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. 4 года. Охренеть. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Что за машина? Good girl. Интересно, что произошло? Получается, там где-то 2 с лишним года. Да ладно. Мне дали им поуправлять. Охренеть. Блин. Да чего тут крутое управление сделали? Вы посмотрите на этот свет. Офигеть, как все красиво. Блин, такая свалка, все такое прям. Можно глядеть. Офигеть. Я впечатлен. Действительно. Блин, этот свет так реалистично полностью пробегает между сеткой. Тени оставляет. Офигеть. Фух, все, насмотрелся. Нет, еще не насмотрелся, класс. Так вот, вот она, девяточка, да. Ну, девяточка же, ну. Ну, по-любому. Давай посмотрим. Там где-то 2, 2,5 года прошло. В конце того сезона, получается. Так, может, в этой груди всякой хрени есть что-то полезное? Just rotting bits of old rubber and tires. Ничего. Так уже получается где-то 1,5 года Клементина с малым тусуется где-то там. В Веллингтоне, наверное. А может быть, нет? Не знаю. Но надеюсь, мы скоро ее увидим. О, а это москвич. Старые компьютеры. Это ваш фургон, да? Так. Ну давай с тобой хитренько поговорим. Hey. Any luck, kiddo? I need a pen. Зачем? Or a pencil. Just something to write with. Нужна ручка? A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Что ты задумала? Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget, and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. Ну, хорошо. I just think that might be kind of important. Maybe. Давай, хорошая мысль. That's a great idea, Mariana. Все-таки это правильно. Хоть немного как-то оставаться собой, что ли, не знаю. И не зацикливаться на этом всем. Иначе ты просто перестанешь быть человеком. Останешь как все. Что с бочками? Waste oil. No use to us. Выживать, конечно, хорошо, но... Все же, что-то нужно делать. Most of the dashboard is torn out. Seats are gone. This thing's dead. Понял. Ничего интересного. Китайские. Удерживайте РТ, чтобы идти быстрее. Китайские какие-то контейнеры. Наверное, с Алиэкспресса. О, действительно быстрее ходит. Так, а это у нас что? Матрас. Ну, давай посмотрим. Oh, может быть, gross. Под матрасом что-то есть. Так. Okay. Now I'm sorry I did that. В смысле? Ты просто ткнул его? Там же было написано «тянуть». В чем проблема? Это кто? Пацан? Кейт. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it, and that's it. Peace, asshole. Can't turn your way out of that one. Они за нами идут. We'd be gone in seconds. А может и за нами, хрен знает. Мы уйдем от них. Hey, don't think about that. We're careful. We're smart. We'll stay ahead of them. Тем более мы на тачке.
Luck runs out just as easily as gas. А, ты про бензин переживаешь. Last one, you know? The last tank of gas. Last piece of food. Да прекращай, вы 4 года выживали. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Плохие мысли плохое притягивают. Думаю о хорошем. Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. На что ты ему дашь 5 минут? Я не понял, Кейт. Да, действительно, тебе просто нужно то, о чем ты говорила. Тогда ты начнешь более спокойно относиться ко всему. Так, здесь у нас что? О, хранилище, бак. Давай посмотрим. Там наверняка есть бензин. Could be really handy if we stayed for a while. Кстати, его можно будет потом перекантовать. Эй, это все, что ты сделал? Капец. Там же по-любому бензин есть. Эй, друг. Я забыл, как тебя зовут даже. О, в этом Запорожце точно что-то есть. Да в натуре Запорожце. Посмотри на его. Here, вы что, по России колесите? О, привет. Да он как-то это... Не опасный был? Косточки вон торчат. Рук нету. Он бы тебя даже не схватил. А, то есть мне это делать. Ладно. Ugh, not much. But every bit helps. Ну, хоть с десяток километров проедете. Спокойно. Баки с ацетиленом. Acetylene. Handy for welding, but not much else. Ничего, значит, нету. Так, здесь, по-любому, что-то есть. Здесь я был. А чё пацан там сидит? Так, ну-ка глянь сюда. Ugh, I don't think these tires would fit the van. А было бы прикольно. Смотрится не здорово. Пойти, что ли, с пацаном поговорить? Да в натуре вон зелок стоит. Вы чё, в России, что ли? Пойду с пацаном поговорю и буду переливать. Эй, Грег хотел сказать. Гейб! What's going on in there, buddy? Когда выходит Half-Life 3, друг? Никогда, я понял. I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but... He won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just... We're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then... It ain't my last damn tape. We still got each other. It's better than nothing, right? Давай, парень, у тебя просто переходный возраст. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Давай, давай. Пацан пацана поймет. Если тебе надо поговорить, мы поговорим. This one looks promising. Мне кажется, здесь наверняка есть. Посмотри, какой баг большой. Что, здесь тоже отбиваться придется? Не, ну булькает. Бинго. Неплохо. Я не понимаю, что тут делают русские машины? Запорик наш. Не запорик, москвич. Зелок. Девятка. Серьезно. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Вы же не хотите сказать, что Клементина с Ли тоже здесь жили? Come в России. To, papa. Да тут тоже есть. Barely anything. I'll need to find more. Еще? Ты полную хочешь наполнить? Мне кажется... Нам надо поискать... Да газель! Да что за день? КамАЗ? Мазик? Мы что, в натуре в Россию переехали? Так, здесь навряд ли есть. А там что? Просто мусор. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is... Junk. Так, что за регион-то хоть? Владивосток?
Нет? Блин. Я не понимаю, прикольно просто. Some sort of fuel tank. Может быть, это не русские машины, но выглядят они прям как наши. Что навряд ли же они где-то в России, правильно? Ну, это на Peterbilt похоже больше. На американский старый грузовик. Груда автомобилей. Здесь ничего. Еще можно туда залезть. Давай посмотрим еще здесь. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Хорошо. А лесенка тебя не смущает, да? Здесь наверняка кто-то был. Давай. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Javi. All right. Значит, я играю Javi. С нами Кейт, Гейб и Марианна. Марианна. Так. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. 4 года? Думаешь, она простояла здесь 4 года? Вот так вот? Что-то это подозрительно. Так, быстро осмотрюсь. Воу. Мне кажется, надо было сначала залить. Хотя хрен знает, отобьемся. Решил, блин, осмотреться. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Блин, мне все-таки план больше нравится. Перелить бензин и вылететь сюда. Что там? Так, сарай. Там наверняка что-то есть. Нет, ну ради этого я поднимусь. Давай, Хаби. Да в девятке даже магнитолу не найдешь, Гейб. Пойдем со мной. Сейчас. Бу! Нет. Might be able to get in through the hatch. Что же, люк? Люк? Люк! Locked. Я твой отец, Люк. Блин, давай, ломай. Ломай его полностью. Not gonna be able to pry this open. В смысле? Damn it. Ты не можешь выломать замок? Ну, смотри хотя бы. Looks pretty run down. Ну, если он потрепанный, ломом один раз, шибани и все, и поддень. Тебе что, учить выламывать двери? Ну давай посмотрим, что можно еще придумать. Так, а там сломано, да? Угу. Эй, Гейб, пойдем. Так, левый стик. Ага. Блин, я думал, люк ведет куда-то. А мы через люк решили залезть. Что? Сокровищница? Ого. Gabe, come check this out. Походу, тут кто-то был. А может, кто-то есть. Охренеть, сколько всего. Not the cleanest place. Oh, no muertos, at least. Muertos? Just be careful. Что значит muertos? Так. Что мы ищем? Блин, а тут даже воды нету. Вы шутите, я думал, все эти банки полные. Давай поговорим. Wow, this place is decked out. И что же тебе так понравилось? Oh, look at this place. Ты просто смотришь на банки? И кайфуешь от этого? Блин, парень, в твоем возрасте я кайфовал от другого. Ну, как минимум, не от банок. Батарейки. Девчонке это пригодится. Так, что еще здесь? Ну и что это такое? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Насколько я знаю, обычно консервы не хранятся так долго. Вы решили за нами пойти? Check it out.
This is actual, honest to God, pudding! Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's вот mattress. Someone else's blankets. Ну, вообще, we need да, to just как бы, take чуж... our gas чужое. And get on the road. Блин, подожди. Тут небезопасно. This place does have a funny feeling about it. And if Muertos were to somehow surround us... Great. Muertos, это, видимо, банда. Now I'm officially creeped out. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. Что, the herd is coming, принципе... if it's not here already. We should go and get ahead of it. Хотя before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't we just enjoy it? Ну, ты понимаешь, если они нас can we? We could окружат. Stretch out, sleep well for once. Come on, you know it's not a big deal. We've got guns. We can protect ourselves. Если они нас окружат, мы не сможем выбраться. And we'll feel so much better after some real sleep. Нет, мы не можем терять время. We're gonna get what we came for and get out of here. Great. Another shitty cramped night in our shitty cramped van. Hooray. Come on. Let's at least grab the food. Просто, ребята, вы, может быть, еще ничего не понимаете, но если они действительно нас окружат, мы точно отсюда не свалим. А если тут вернутся те, чье это все, то, может быть, их будет еще больше, чем нас. Подари ей батарейки, что ли? Да, oh, дай. Guess what? Now you can really drown us out. Хоть как-то ее порадуешь. Так, они твои племянники, получается, да? Ну да. Что там? Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? Нормально. It must be a new sensation for you. Я справлюсь. Oh, clearly I have a thicker skin. Что, решила дать ему? Hey, Kate. Can you come help us with this? А, то есть там все слышно. Hey, wait, but you... Че это? This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. О, она шоколадку стала, точно. Так, все-таки бензин. Опа. What the fuck do you think you're doing with our gas? Тихо, парни. Go on, speak up! Нам нужно совсем немного. I'm sorry, man. Look, it's just a can. Похоже на... We needed it really bad. Обычно. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. Козёл. I can tell. I know you got people. Четверо пока что. Они уехали. Look, don't worry about them. They took off and then they're not coming back. Блин, то, что just они не left you, huh? Глупо. Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. Блин, ребята. Надеюсь, вы услышали и вы в курсе, что происходит. Hey, you assholes in there! I got your boy. You don't want him getting shot. You best come out there careful with your hands up. Go on, you first. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Да, Хави, ты встрял, малость. Open даже не знаю, чем тебе помочь. Так, don't fuck around with me, boy. Ладно, пойдем. Естественно, они уже куда-то делись. Главное, чтобы они были... Да, все понятно. Главное, чтобы они не засекли их. Аккуратно. Насколько вы плохие, интересно. Так. Отлично. Looks like you and your friends had a real FaceTime. Тихо, тихо. You can't just take what you like. I don't roll over like that. Look, we hardly took any. Really, someone must have been here before us. Look, I get it, all right?
You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling. Козлина. That you're full of shit. Блин, насколько вы... I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Убивать Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Мы можем все решить. Your buddy is not thinking straight. So let's talk, okay? You and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Он у вас тут босс. This doesn't have to go. The fuck was that noise? Вы чё, блин, охренели, что кашлять? What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Там ходячие. Come on, man, what else? They're muertos down there. There were a bunch of them outside, too. А, muertos — это ходячие. Я понял. Well, then, we better take care of that, shouldn't we? Твою мать. Давай. Придется драться. Guys, get the fuck in here! А, он еще и привлек их. Ну, прости, друг. Так, вырубил. Не убил. Просто что вырубил. Ты че пушку бросил, придурок? Нахрена ты пушку бросил, баран? А, они же не знали про этих. Точно. Ну, а на этой интересной ноте, я думаю, сегодня закончить. Не забудь подписаться, чтобы узнать, что будет дальше. И поддержи лайком, чтобы я быстрее выпустил новую серию. Всем спасибо за просмотр, и всем пока!